19 апреля 1945 года летчику Александру Бабушкину, уроженцу Ясногорского района Тульской области, присвоено звание Героя Советского Союза. Войска 3-го Белорусского фронта готовились к наступлению. Командованию требовались точные разведданные о военно-морских базах фашистов в Кёнигсберге. Утром над Балтийским морем появился советский самолет. Немецкие зенитчики усеяли небо разрывами снарядов. Самолет пропал в облаках, а через несколько минут появился вновь. И так продолжалось 4 раза. Когда в небо поднялись немецкие истребители, Бабушкин пошел в атаку. Завязался бой, из которого он вышел победителем. Советское командование получило исчерпывающие разведданные о противнике. До победы оставалось 20 дней.